Колесо 80 метров высотой, Джефф. Можешь представить? Ну, я пытаюсь. С него, наверное, вид на сотни километров. Мы должны на нем прокатиться. Если тебя это порадует. А меня радуешь ты. Выходит, ты от меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устану. Ловлю на слове, дорогая. Кажется, пришли. О, да тут чудесно! Как в рекламе! Офигенно! Ну, пойдем? Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку. Еще раз? Да, я не так представлял первоклассное обслуживание. Давай не будем ждать до завтра. Оставим вещи и пойдем. Никуда мы не пойдем, пока не зарегистрируемся. Раз не спешат, значит, хотят, чтобы все было идеально. Вот моя Мари. Во всем видит что-то хорошее. Я приношу извинения за то, что напугал и заставил ждать. Надо было кое-что уладить. Обещаю, что отныне вас ждет только хорошее. Я рад, что вы выбрали наш отель. Вот. Распишитесь. Впервые в Чикаго. Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. Вы правы, да, но это не все. Сегодняшний день для нас особенный. А, молодожены, это же просто замечательно. Я полагаю, что миссис Уитман захочет расписаться. Да, сегодня начался наш медовый месяц. Мои поздравления. В таком случае нужна комната получше. Номер для новобрачных. Ой, он намного дороже. Не тревожьтесь. Доплачивать ничего не нужно. Это подарок отеля. Вы у нас первые молодожены. О, как это мило. Спасибо, мистер... Холмс. Генри Говард Холмс. У вас прекрасный отель, мистер Холмс. О, благодарю. Я сам его спроектировал. Так вы архитектор? Архитектор. Конструктор. Строитель. Врач, художник. У меня много разных интересов. Впечатляет. Можете осмотреться. Мы продаем разные мелочи и сувениры. Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. Спасибо, мистер Холмс. Вы очень добры. Все для наших гостей.
Так, что из вещей я забыла? Ой, простите, мисс. Осторожно. Знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин. Ха, какой славный парень. И как дела в браке? Спасибо, не жалуюсь. Пойдем наверх. Наверняка все готово. Ты что-нибудь присмотрел симпатичное на прилавке? В твоем вкусе? Все тебе скажи. Интересно, что там? Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения, тайная комната. Мы что, ищем приключений? Возможно. Здесь просто идет ремонт. Вот тебе и приключения. На колесе мы все равно прокатимся. Я знаю и смирился. Стой. Что это? Тихо. Вот это приключение. Приключением будет спать на улице, когда нас отсюда выставят. Пошли. Прошу, располагайтесь. Этот номер для вас. Большое спасибо, мистер Холмс. Устраивайтесь пока. Если позволите, меня ждет работа. Мы с вами еще непременно увидимся. Боже, это номер достойный короля. Или королевы. Хитрец. Вот тебе. А, жены так себя не ведут. Эй! Ха! В яблочко! Это война. Мне стоит бояться? Еще как. Сдаюсь, сдаюсь. Ладно, ты победила. Ничего не повредила? Только мою гордость. Как насчет перемирия? По-моему, ты задумал какую-то хитрость. Вовсе нет. У меня есть подарок. Закрой глаза и встань к зеркалу. Это так мило и романтично.
Если влепишь подушкой, получишь по физиономии. Все нормально? Да. Так, открой глаза. О, Джефф, красотища! Спасибо! Вот. Ну, победа за мной. Иди теперь прими ванну. Заклинило. Может, толкнуть посильней? Сезам, откройся! Спасибо. Ты побрейся, а я быстренько приму в ванну. И потом устроим рандеву. Я знаю это слово. Что-то неприличное на французском. Кыш, брейся. По-моему, я забыл взять бритву и набор. Их наверняка продают внизу. Не задерживайся там. Не волнуйся. Спокойно. Готов поклясться, мы шли здесь. Это ты, милый? Джефф? О, ты решил поиграть в другую игру? Кто это тут подглядывает? Что вы себе позволяете, мистер... Холмс? Ну, что вы здесь делаете? Джефф? Я боюсь, он вас не услышит. Нет! Не трогай меня! Но я не закончил. Я... Нет! Не дергайся.
так будет только больнее. Что? Что вы? Что вы сделали? Успокойтесь, сэр. Ваша жена немного поранилась. Все в порядке, сэр? Пускаешь последний шанс признаться ему в любви. Мари! Мари! Нет! Мари! Порядок во всем, и все в порядке. Да, ты погляди. О, какая красота! Да. Для тебя все лучшее. Мама умрет на месте, такая... Послушайте, роскошь. Мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте. Приветствую гостей нашего отеля. Won't you spare me over till the nurse?